Обучение без ограничений. Более 3 лет в Курской области реализуется программа дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. На закупку оборудования и создание специального центра направлено более 83 миллионов рублей. Курск и Железногорск, Золотухинский, Касторинский и Глушковский районы. Образование становится доступным детям с ограниченными возможностями здоровья даже в самых дальних уголках области. С 1 сентября 2012 года к обучению с использованием дистанционных образовательных технологий приступили уже 75 обучающихся. Создаются сейчас рабочие места и передается оборудование. И в сентябре этого года к ним присоединятся еще 80 человек, которые обучаются в городе Курске. А до конца 2012 года будут обучаться все 195 детей-инвалидов, которые обучаются по общеобразовательным программам. Дистанционное образование ничем не уступает обычному школьному. Ребята изучают те же предметы, что их сверстники. Посредством интернет-технологий с учениками занимаются высококвалифицированные педагоги, прошедшие специальную подготовку. По окончании обучения все дети получат аттестаты установленного образца.